от мерин дорог, от мерина полей, ширина. Тысяча ночных стрелок, вместе с ним на виски седина. И бывает иногда, из завала тишина, режет слух. Не всегда покой и сон, а что чаще унисон, сердец стук. Поисковый спас отряд, так, короче говоря, нас зовут. Я ему сказал, остановись. А зовут не на обед, не на праздничный банкет, не к столу. Вызывают нас тогда, когда боль или беда, на порог. Идем сквозь снегопад, ливень или встречный ряд, лишь бы срок. Служба такая, людям не всем дана. Быть по тревоге раньше других всегда. То есть ты это самое, все шел правильно, да, как мы тебе сказали? Жизнь тебе право светило. Да. А, вышел человек. Рекомендую ему вышел на дорогу. Дима, езжай, он находится в районе 6 километра, все, вывели мы его там по телефону. Мы в ответе за вас. Все понял, я кольчужу, все. Здрасте. Кемеровский областной поисково-спасательный отряд. Скажите, пожалуйста, вам помогли действия спасателей? Погромче немножко. Очень хорошо помогли. То есть вас ориентировали по солнцу, вы именно по солнцу шли, как вам сказали, да? И буквально через 10-15 минут вы уже вышли на дорогу. Ну, в следующий раз будете... в другую сторону совсем. Шли совсем в другую сторону. Ну, то есть теперь вы примерно представляете, да, каким образом нужно действовать, что телефон заряженный с собой надо всегда носить. А в медицинской помощи нуждаетесь? Я просто маленько устал. Устали, да? Ну понятно. Сколько времени вы провели? Часа 4 выходили. Надежду не теряли, вы были на связи, находились, да? Вы знали, что за вами приедет поиск. Вот, всегда. Теперь вы знаете, что всегда нужно идти с заряженным мобильным телефоном, ориентироваться по солнцу. И в случае чего, если уже такое произошло, то, собственно говоря, звонить в поисковую службу, которая всегда поможет, да? Спасибо большое. Всего хорошего. Всегда. У него этот лоб, скорее всего. Жизнью рискует дать человеку шанс. Наш позывной маяк, мы в ответе за вас. Служба такая, людям не всем дана. Да. Вот что делать? Давай бугор перейдем, тогда это самое.